нашим концертом прозвучала транскрипция сарабанды и сюиты домино Баха для виолончели, скрипки и хора Апелла Кузьмы Матвеева в исполнении камерного хора Московской консерватории, художественный руководитель и дирижер, лауреат премии Министерства обороны в области культуры и искусства профессор Александр Соловьев, солисты лауреаты международных конкурсов Галя Хасазян, скрипка и Василий Степанов. Thank you.
отчаянные действия могут прекратить наше страдание, и, может быть, дадут нам шанс на спасение. И наша воля к сопротивлению росла и крепла. Мы не мечтали о свободе. Мы хотели только уничтожить этот лагерь и предпочитали умереть лучше от пули, чем от газа. Мы не хотели облегчать немцев нашими уничтожениями. Мужчина уже знал, что происходит, когда ребенок еще
пытаешься выжить, меньше думать. И когда уже кажется, что ты почти затвердел, что-то вновь тебя разбивает. После приезда я работал в лагерной бригаде, которая сортировала одежду поступивших людей. Часто она была еще теплой. Люди едва успевали раздеться и шли в газовые камеры. Однажды мне в руки попалось что-то знакомое. Коричневая детская пальтишка с ярко-зеленой дорожкой на рукавах. Точно такой зеленой ткани моя мама надставляла пальтишко моей младшей сестре. Часть из нас занималась разборкой побывавших вещей и сортировкой, а третья группа – упаковкой для отправки в Германию. Работа шла без перерыва на холодные сутки, днем и ночью, и все же нельзя было с ней справиться. Так много было вещей. Здесь, в тюке детских пальто, я нашел однажды пальто моей младшей дочурки. Ее звали Ланя. Thank you.
Не смерть является самой тяжкой участью людей на войне, а обесчеловечение их, низведение их до состояния животных, прежде чем они умрут. Я был свидетелем этого страшного процесса постепенного обесчеловечивания людей. Попав под Новгород в плен к немцам вместе с тысячами других, я перебрасывался из лагеря в лагерь, был в Орхове, Риге, Тильзите, Фрингостове, Бекенбельзе и видел, как люди, по мере передвижения на запад под влиянием тяжелых условий жизни, теряли человеческий облик. Люди, которые во время многодневного этапа без пищи и воды под конвоем немецких солдат от Новгорода до Орхова, делили свою жизнь ночью с теми, кто ее не имел, плакали, как дети при смерти товарищей, делились с другими по чайной ложке, имеющуюся у них воду, и помогали друг другу во всем, в чем могли. Эти самые люди в Бергенбельзене ели друг друга. Thank you.
Привезла корзину с яблоками и мешок с детской одеждой. Мне достался свитер, я натянул его и увидел вдруг на животе запекшихся вокруг крови. Сразу поняла, что в этом свитере для меня ходил другой ребенок. Его убили, а одежду забрали. Гостья, заметив дырку на свитере, приказала мне закрыть ее ладонью. Она достала фотоаппарат и стала снимать, как солдаты раздают нам яблоки. Чем же виноваты дети? Они, очевидно, виноваты лишь в том, что они были детьми. Их привели тоже для выполнения штрафной работы. Они также носили нечистоты. Но насилок на всех хватило, им роздали ведра. И вот одному эсэсовцу показалось, что какой-то мальчишка набрал неполное ведро нечистот. Он подозвал его к себе, вырвал ведро, одел с нечистотами на голову и заставил бежать. И тут же спустил с поводков немецких овчарок. Они повалили малыша, и тело его было разорвано в клочья.
Или потом в бане, что в 5 раз день до голова, надо поколением стали накалывать номера на руку. Сначала карандашом писали, а потом такими здоровыми иголками, обмотанными нитками кололи. Я ничего не чувствовал уже, только смотрел на цифры. 7, 9, 6, 6, 3. Не страшно. Пустяки. Пустяки. По сравнению с общей картиной.